Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Витушкина Наталья Сергеевна. Я врач-стоматолог-хирург в клинике ЗУПРУ. Наталья Сергеевна, откуда вы приехали? Из Москвы. О, как здорово, что вы посетили Петербург не только с туристической целью, но еще с образовательной. Впервые ли вы на мероприятии, которое организовывает стоматологический магазин «Ромашка»? А именно стоматологический магазин «Ромашка» первый раз, но с лектором уже знакома. Может быть, у вас есть какие-то впечатления, которые вы получили на сегодняшнем дне трилогии? Мне очень нравится, что у докторов подход с позиции фундаментальной медицины. Вот, потому что сейчас очень много разных методик, но все эти методики, они исходят от истоков. И вот тут как раз вот эти истоки, они и даются. Вот. Приятно слышать. А как вам качество подачи информации? Качество подачи замечательное. В основном разбираем клинические ситуации, что очень радует. И есть возможность непосредственно к лектору со своими клиническими ситуациями подойти, задать вопрос, который широко раскроют и, если нужно, покажут на моделях. Есть ли темы какие-то, которые вам хотелось бы услышать на следующих конференциях? Мне кажется, что сегодня, в рамках вот этого мероприятия, да, уже много тем затронуто, и практически во все аспекты мы вникли. Пока даже не могу представить, что можно было бы еще придумать. Спасибо вам большое за информацию, за исчерпывающие ответы, и будем ждать вас снова на наших мероприятиях. Спасибо вам.